Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня я буду готовить капкейки с лимонным курдом. Для приготовления нам понадобится сливочное масло, сахар, яйца, греческий йогурт, мука, разрыхлитель, лимонный курд, лимонная цедра и соль. И для крема сахарная пудра, сливочное масло и лимонный курд. В миске смешиваем 150 грамм сахара и 115 грамм размягченного сливочного масла. Все вместе взбиваем блендером. Далее добавляем 2 яйца и 2 столовые ложки классического йогурта. Также в тесто добавляем 2 столовые ложки лимонного курда, который я приготовила ранее. Продолжаем взбивать блендером до однородной консистенции. Добавляем в тесто 1,5 чайной ложки разрыхлителя и 1,5 стакана муки. Замешиваем тесто. Заранее подготовленные формочки для кексов выкладываем по 2 столовые ложки теста и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Теперь подготовим лимонный крем. 115 грамм размягченного сливочного масла взбиваем блендером до пышной белой массы. Затем добавляем 2 столовые ложки лимонного курда, стакан сахарной пудры и продолжаем взбивать. Перед использованием уберите крем в холодильник на 30 минут. Охлажденный крем выкладываем в кондитерский мешок с насадкой. Итак, наши лимонные капкейки готовы. Немного остужаем их и украшаем лимонным кремом. А сверху можно посыпать лимонной цедрой. У меня получились потрясающе вкусные, нежные лимонные капкейки. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!